Ну вот, друзья, дом приехали смотреть очередной. Место неплохое. Рядом вон живут с дорогими машинами. Но дом как бы состояние... Я бы не сказал... Руслан, ну я бы не сказал, что он убитый. Посмотри, крыша нормальная. Ну где она провалилась? Балки сгнили. Ну тут это все же делается. Что там полдома сгнило? Мне кажется, все-таки... Не, внутрь не пойдем. Почему не пойдем? Пойдем. Да ну нафиг, там провалишься куда-то. Пошли. Может, там трупы. Стекла выбиты. О, это что? Карпет, что ли? Что такое мягкий? Это не карпет, это... Слышь. Фирмочки какие маленькие. Да здесь... Мне кажется, вариков нет. Слушай, это что? Это тут... А, это карпет, да. Ну, это просто карпет грязный. А зачем же они повскрывали его все? Ну... С какой целью? Наверное, само. Смотри, ну, блин, что, гипса не плесневелая. Тут что-то произошло, слушай. Что произошло? Тут так... Блин, а почему здесь вот это вот что-то, мусор какой-то? Мусор — это утеплитель. Да я говорю вообще, вот какие-то вещи, пластинки. Пипец, тут стреляют. Не, прямо. Смотри, собака пришла какая. Иди сюда. Смотри, а здесь где это... зона участка, непонятно. Тут, блин, страшно вообще куда-то отсюда выходить. Мне кажется, его надо сжечь. Это будет дешевле, чем сносить. Сносить очень дорого, да. А дверь, кстати, вот алюминька нормальная, смотри, осталась. Дверь будет делать. А стекло разбито. Не, ну здесь кто-то был, кто-то жил. Ну как, а как вот это произошло? Как вот эти дыры образовались? Мне кажется, это какой-то вандализм был. Вот мне тоже кажется, что это просто какой-то вандализм. Слушай. Да, не за что тут браться, восстанавливать. Надо у соседей спросить. Короче, это чисто участок земли. Короче, участок, вон, видишь, там вон забор какой-то идет. Угу. Вон до забора, скорее всего. Ну, что-то маловато, полакра здесь не будет. Почему не будет? Вон и до того забора, как раз будет полакра. Слушай, ну это реально вандализм, здесь все забросано мусором. Такое чувство, что здесь как бы жили, а потом это все кто-то разгромил. Может, какие-то дети резвились? Потому что здесь как бы вещи, телевизор, вот это все, короче. Смотри, здесь такая хрень, как будто бы на крышу что-то упало. Может, и дерево упало. И вот здесь, смотри, вообще пипец. Такое чувство, что просто проломили стену. Че я говорю, осторожно, вот эти дыры не провались. Угу. Тут и картины, короче, и мебель, и всякая домашняя утварь, и таблетки. Ну а для чего они везде потолок попроламывали? Ты видишь, просто везде сломан специально гипса потолочная. Балки, может, руками пробивали. Не, ну смотри, ну... Хотя вот она, видишь, там тепло, плесень, там гипсе. Ну. Так здесь вещи, ну, в шкаф... вещи в шкафах висят, тут постельное белье. Надо выходить. Не, короче, оно тут, видишь, тут походу получается как, что... Пойдем, то мы же вторую половину не посмотрели, это же полдома только. Страшно ходить, правда. Ну я ж тебе и говорил, что не заходи. Вот все сгнило. А собака там живет? Наверное. Собака вон снизу бегает. Ну дом большой, 1700 square feet, 1800. Это полдома только. А вот вторая половина, смотри, как она идет, как уровнями. Слушай, ну кто, это же специально кто-то надел дыр, вот это все порвал. Это какой-то пипец, слушай.
Я такой херни собака. Никогда не видел. Короче, это собака, наверное, бесхозная. Пойдем, может, туда выйдем. Короче, вот здесь, это... Здесь, наверное, не провалимся уже. Вот это бедрумы. Вот это. Вот здесь туалет, да, и ванна была. Там все разбито, вся сантехника. Не, ну смотри, тут я бы не сказал, что тут все убито. Тут состояние нормальное, оно вандалированное. Короче, надо брать и это самое, и все. Сторговываться, короче. А тут рэп играет. Где? Может быть, тут соседний, не фонтан. Да пофиг, да нет. Ну, тут делаешь и ремонт, они так же все разобьют. Ок, стекла выбиты. Ты понял, что за соседи? Да нормальные соседи. Нет, соседи черные. Черные. Ну вот поэтому вот такое все. Игрались детишки. Не будут больше играться, огородим все забором. Я думаю, стоит соседям зайти спросить, что к чему. Сколько он стоит или пустой? Да ладно, агент позвонит, спросим у него. У соседей можно спросить, если мы их увидим. Что мы сами? Музыка играет, есть соседи. А они что-то не выглядят доброжелательными. Там еще и стреляют где-то рядом, и собака это злая какая-то ходит, типа боксера. Короче, дом, участок. Ну, участок. Короче, здесь было даже ограждение из сетки. Почему-то его снесло. То соседи там, и там еще какие-то соседи. Смотри, был нормальный тут забор. Даже забор какие-то скоты поломали. Не, ну ты видишь, посмотри, забор-то хороший, металлическая сетка, эти трубы. Вот здесь ворота были, калитка. Да. И калитку сломали. Кстати, въезд есть, и труба проложена. И там пополомали все. Здесь как будто бы специально кто-то разломал весь этот дом. Короче, друзья, дом неплохой. Ну, я имею в виду за те деньги, что его продают. Вариант идеальный. Возле дороги, первая линия, большой участок, полакра. Но состояние дома сомнительное, скорее всего, под снос. Но такой дом стоит дофига, 150 тысяч, наверное, сам дом. Но состояние заброшенное. Хотя вроде как там и вещи, и все, но чувство, что здесь давно не жили. Кстати, там вон маленькая пальма прорастает. Угу. Еще и пальма есть. И большие деревья есть на участке, много. У них участок, наверное, вон до того столба. Короче, самый логичный вариант, это его взять этот самый экскаватор, снести к чертовой матери и поставить тут трейлер. Какой-то более-менее живой, пригодный для... Да, а как его снести? Этот снос обойдется в 15 штук минимум. Я тебе снесу, и тебе что ты переживаешь. Зальешь 10 литров соляром, я снесу. Да, а как его вывезти отсюда? На грузовике. Вопрос только куда и сколько это будет стоить мусорка. Да хера, это надо все считать. Я думаю, надо здесь разводить прямо на территории костер и полить. Ага, соседи очень обрадуются. А все, что не спалится, уже потом загрузить, вывезти. Что, в основном-то дерево, все сгорит. Собака там живет. Собака вон бесхозная, походу. Да. Кстати, не может быть она бесхозная. Как не может? У нее что, ошейник? Слушай, так может вот это все, что там погрызено, может, собака и нагрызла вот эти, ну, подушки? Да. Особенно потолок. Не, подушки, я... Да. Подушки, кресла. Подушки, да, но потолок-то поломали, а вон деревяшки. Она, может, панели. Вообще бешеная. Стекла повыбиты. Ну, там внутри по-любому... Ты видишь, была табличка, она когда-то была под охранкой. Эти таблички на всех домах они ставят. Может, когда-то и была. Не, ну здесь есть... Изначально это был охеренный дом. 1800 square feet, дорогой забор, участок хороший. А что потом случилось? Вот непонятно, что потом случилось. Потом приехали здесь черные соседи. Слева тоже черные выглядят. Так, ну ладно, друзья, пока отключимся, походим по району, посмотрим, как здесь вообще обстановка. В общем, зашли к соседке, сейчас на соседний участок, с ней поговорили. Она вообще, говорит, здесь не живет, а ее дочка тут снимает. Она к ней приехала в гости, потому что дочка в госпитале. И
что-то ей помогает там по хозяйству. Но, короче, смысл в том, что она говорит, что район не очень, говорит, на прошлой неделе стреляли там через дом. Типа полиция приехала, выселила. Ну, вы сами слышали на видео, мы только сюда зашли, и там с автоматов херачат. Короче, живут какие-то негры, наверное, бухают, наркоманят. Мусор везде валяется. Ну, она говорит, особо чего-то страшного нету. Вот, у всех собаки для охраны. Короче, как бы, в принципе, вариант, ну, если на будущее, то хороший. Потому что я думаю, за там 10 лет-то все это решится, проблема там и с черными, и со стрельбой. Я думаю, их просто или посадят, или выселят. Вот. Но конкретно про этот дом она сказала, что ничего не знает, потому что никогда тут не была, соседи не знают. И дочка типа тоже снимает, поэтому она не в курсе. Вот.